Молодец, что надо стиралась. Садись и ешь. Надо еще одну закинуть. А? Еще одну партию закинуть. Ну так поешь, а потом закинешь. Да я не хочу есть, ешь. Нет. Всем приятного аппетита. Я первый раз попробую. У креветки принес. Он креветки будет есть сейчас. Очень вкусно. Сейчас попробуем с креветкой. Ездят за кем-то, ездят. Непонятно, за кем ездят. Куда ехать, зачем ехать? Да? Что-то... Подать подал, почистить забыл. Ладно, хоть за это спасибо. Сегодня звонила маме. У нас вчера был тоже ураган. Дома. На улице, я имею в виду. Был ураган. Ничего не снесло, все на месте. Слава Богу. Выглядит неаппетитно, даже для меня. Это мы достали из этой, как она называется-то, из морозилки. Оттаяли немножко хорошо. Горячее. Быстрее остынут. Нагулялись. Пришли, увалились, мультики смотрят. Палки кукурузные грызут. Стеснительный капец. Пюре туда не доел. Чемоданы упаковали, не влазит. Еще надо. Сумку какую-то искать. Откуда столько? Обувь только, если что. Обувь покупаешь постоянно так. Из-за обуви, что ли? Места нету. Извините. Иногда случается. И так, берем ее.
нужно объесться. Мясо вкусное. Тесто обычное. Ничего особенного. Просто цвет такой. Я первый раз ем. Как-то даже вот, можно сказать, даже вкуснее на многих пельменей мясо вкуснее. Чувствуется так прям. Так что не бойтесь, если что, покупайте, ешьте. На здоровье. Коля! Николай! Иди садись, если я тебе сказала. Да я не хочу. Дай попить, я уже доела, я уйду. Да при чем здесь ты уйдешь, если я не хочу? Что тебе попить? Да? А так? Дай, пожалуйста. Да. Только что говорила. Пельмени вкусные, тесто обыкновенное, ничего особенного. Только что чего? Спасибо. Очень вкусно. Ешьте на здоровье. Пойду Николая все равно заставлять есть. Всем приятного, всем счастья, здоровья и добра, 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 добра.